Доброе утро, Хакасия! И мы готовы пообещать, что оно будет не просто добрым, а еще и очень интересным. Потому что сегодня мы побываем в виртуальной реальности, полюбуемся на кошек самых разных пород, а также узнаем, как отметил свой юбилей стадион «Саяны». Впереди немало поводов для хорошего настроения, приветов, сюрпризов и настоящих музыкальных подарков. В общем, оставайтесь с нами, и мы Анна Ахпашева и Александр Марухин сделаем ваше утро по-настоящему добрым. Саша, а у тебя не бывает ощущения, что каждый день просто день сурка? Ты что, это просто невозможно. Потому что каждый день это праздник. Для кого-то профессиональный, например, для бухгалтера. А именно сегодня они принимают поздравления от своих коллег. Ну ты знаешь, в сумасшедшем ритме жизни, когда ты просто загружен работой, очень трудно помнить про все праздники, вот как ну, ты. А мы тогда для чего, Аня? Мы готовы каждое утро напоминать, что, к примеру, сегодня день придумывания новых слов. Или день пьяного ежика. Представляешь, бывает и такой праздник. Знаешь, мне иногда кажется, что ты эти поводы придумываешь сам. Ну, как говорится, вот знаешь, здесь доказательства нужны. Вот только не надо именно сейчас ничего придумывать. Давай лучше посмотрим приветы от наших телезрителей. И они, кстати, вполне реальные. Привет, я диджей София Волк. И хочу передать большой привет моей любимой Ольге Бузовой. Олечка, спасибо тебе за такие хорошие вещи и за песни «Мало-мало вин». Я тебя люблю. Привет. Меня... Я Кристина. Меня зовут Катя. Я передаю привет своей подружке Даше. И всем, кто нас знает. Доброе утро, Хакасия. Я Бронислав. Я хотел пожелать своим близким, знакомым и всем жителям нашей Солнечной Республики самое главное стабильности, то, что есть в нашей республике, в отличие от других, может быть, мест. Хотел пожелать всем здоровья, благополучия и немножко оптимизма. Я думаю, с такими пожеланиями мы все должны жить немножко лучше. Всем удачи и благ. Да, хороший повод – это всегда залог отличного настроения. Как, например, у тех, кто в минувшие выходные пришел на каток стадиона «Саяны». Я знаю, для многих это уже семейная традиция – кататься по вечерам на коньках. И ничего удивительного, за 30 лет можно и заложить, и поддерживать традицию отдыха на свежем воздухе. А ведь именно столько отметил стадион «Саяны». Давайте посмотрим, как это было. Как долго катаетесь на «Саянах»? Очень долго. Года два. Сколько лет? Года два. Два года. Года. Четыре. Да. Как лед сегодня? Отлично. Отлично. Пробовали? Отлично. Да. 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 На вкус прям? Да, да, да. Прям на вкус. Да. Слушайте, какая скорость максимальная на катке? Разрешена. 1000 км/ч. 150 км/ч. Любая скорость. Да, мы пристегиваемся. А вы пристегиваете? Конькам пристегиваемся. Где ремни? Мы шнурками, конькам. А, шнурками, все понятно. Скажите, пожалуйста, почему все ездят против часовой стрелки? Наверное, так удобнее. Так удобнее. Хотим пожелать чего? Пожелаем. Самое главное процветание нашему стадиону. Так, пусть как... молодежь развивается, да, в спорте. Самое главное. Хорошего персонала им, чтобы почаще улыбались. Саша, вот признавайся, сколько раз ты себе обещал? Все, с понедельника начну. Ну, Аня, регулярно. Я вот каждую неделю обещаю начать спортом заниматься. Главное, чтобы не как герои смешной подборки в интернете. Здесь и штанги, и велотренажеры, и беговые дорожки. На любой вкус, как говорится. Вот только, как показывает практика, спортивные тренажеры в битве чаще всего выходят победителями.
Да уж, после такой зарядки точно пропадает все желание спортом заниматься. Надо брать пример с наших фитнес-инструкторов. Именно зарядка РТС – самая правильная. Доброе утро, Хакасия! С вами Екатерина, и сегодня мы поможем вам проснуться в стиле бачата. В бачате очень важны движения бедрами, поэтому мы сегодня будем активно разминать попу. Идем с правой ноги в правую сторону. И раз, два, три, четыре. Ручки отвели в сторону, готовимся на поворот. Поворачиваемся влево и ручкой делаем вот такое движение вокруг себя. И раз, два, три, четыре. Встали полубоком. И теперь поочередно правой и левой рукой делаем красивые движения наверх и делаем приставные шаги по квадрату. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. На сегодня все. Будьте здоровы, занимайтесь танцами и приходите к нам заниматься бачатой. А прямо сейчас порция новостей. Наши корреспонденты готовы рассказать о самом интересном и важном из жизни республики. В Хакасии с понедельника проходит акция «Стоп ВИЧ СПИД». Вплоть по 1 декабря во всех медицинских учреждениях пройдет неделя тестирования на ВИЧ-инфекцию. Обследование можно пройти бесплатно, конфиденциально и анонимно – в поликлинике по месту жительства или в Республиканском центре профилактики и борьбы со СПИД. Как объяснили в Минздраве Хакасии, в республике только в этом году зарегистрировано 400 случаев ВИЧ-инфекции. Наибольшая доля инфицированных приходится на людей от 29 до 49 лет. По прогнозам синоптиков, в Хакасии в ближайшие дни ожидается снег и даже метели. Температура воздуха ночью опустится до минус 15-20 градусов. Днем 7-12 градусов ниже нуля. Ветер северо-западного направления усилится до 15-20 метров в секунду. Местами до 23-28 метров в секунду. На дорогах сильная гололедица. МЧС рекомендует в ближайшие дни отказаться от дальних поездок. С 1 января будущего года страховые пенсии россиян будут увеличены на 3,7%. Это выше прогнозной инфляции. С 1 февраля проиндексируют ежемесячную денежную выплату для федеральных льготников на 3,2%. А с 1 апреля поднимут пенсии по гособеспечению, в том числе социальные, на 4,1%. Также продолжится выдача сертификатов на материнский капитал и выплаты по ним. На сцене Абаканского дворца молодежи зазвучат горячие латинские ритмы. Концертный оркестр Абакана под управлением заслуженного работника культуры России и Хакасии Андрея Штарка впервые представит программу «Латина Голд» – «Золотая латина». В исполнении музыкантов оркестра и солистов Хакасской республиканской филармонии прозвучат кубинские, аргентинские и испанские мелодии. Концерт состоится в ОДМ 16 декабря, начало в 17 часов. Саша, ты веришь в НЛО? Аня, я верю только в то, что видел собственными глазами. Тогда жаль, что тебя не было среди тех, кто не просто увидел, но и заснял на видео неопознанный летающий объект. В интернете даже есть свой топ-лист самых очевидных, но невероятных встреч с неземными технологиями. Аня, мне кажется, это все просто чудо монтажа и компьютерной графики. Не поверю, пока сам не увижу. А вот нашему гороскопу точно можно верить. Овны, трудитесь, и у вас все получится. Идеи приходят легко, а вот для того, чтобы реализовать их, нужно много настойчивости и терпения. Тельцы, дел и забот окажется неожиданно много, причем чужими делами вы будете заниматься даже больше, чем своими собственными.
Близнецы, прежде чем взяться за какое-то важное дело, подумайте, кто поддержит вас, придет на помощь, если возникнут трудности. Раки, день сложится удачно, если вы будете действовать решительно, не станете откладывать то, что было запланировано раньше. Львы, с деньгами будьте осторожнее, сегодня вы склонны тратить больше, чем следовало бы. Девы, удачный день, позволяющий добиться отличных результатов во многих делах. Весы, день довольно сложный, однако причин для серьезных волнений нет. У скорпионов отличный день для общения. Стрельцам лучше заняться спортом. Разумные физические нагрузки хорошо скажутся на вашем самочувствии и настроении. Некоторые козероги получат именно ту информацию, которой им не хватало, чтобы определиться с планами на ближайшее будущее. Водолеям можно сделать небольшие покупки, а вот крупные приобретения лучше отложить до лучшего времени. У рыб подходящий день для того, чтобы взяться за что-то новое. Саша, ты вот любишь поспать подольше? Ну да, я бы рад поваляться лишних пару часов. А вот и зря, надо спешить жить и брать пример с популярных сегодня путешественников. Кот и пес из Австралии стали настоящими звездами Инстаграма. Эти четвероногие тоже любят поспать, и делают они, вопреки всем правилам, вместе. Это настоящая дружба, которая, кстати, нередко выручает во время длинных походов в горы, например. Хозяева Генри и Балу увлекаются туризмом и всегда берут с собой в походы эту парочку. Аня, ну ты знаешь, обычного кота, наверное, взять с собой можно. А вот редкой породы, когда котенок стоит десятки тысяч рублей, я бы не рискнул. Именно такие были представлены на прошедшей в Абакане выставке. Давайте посмотрим. Кто хочет, чтобы сафари пришло в квартиру, пожалуйста, вам комнатный леопард. Активные, импульсивные красавцы-бенгалы и великолепные, требующие повышенного внимания хозяина, ухоженные персидские кошки. Самодостаточные, интеллигентные аристократы-британцы и шотландские веслоухи, нарядные, с кукольной мордашкой. Больше полусотни мурчащих и усатых разных возрастов и окрасов стали участниками выставки. Десятки представителей элитных пород, в частности, этот ориентальный котик. Он еще совсем молод, ему 4 месяца. Зовут его Амур. Чуть попозже у него глазки будут изумрудно-зеленого цвета. Очень приятная, очень своеобразная порода, которая удобна для содержания в городских квартирах. Они очень экономичны, не требуют много места. Единственное, что они требуют, это внимания и общения. Он расскажет вам все, что творилось дома в отсутствии владельцев. Отправит все письма по электронной почте. Веселый озорник поднимет настроение. Кошечка породы канадский сфинкс. В семье, где невозможно содержать, допустим, шерстяное животное, там какие-то проблемы с аллергией или просто не хотите в доме шерсть, сфинксы – это идеальное решение. Они очень приятные на ощупь, вот потрогайте. Солнышко, конечно. Ой, не бойтесь. Вот такие. Называется аква. Приятно. Ни один мужчина так гладко не побреется, как кожа сфинкса. Надо сказать, существует несколько видов породы лысых кошек. Петерболды, сфинксы, канадские и донские. У сфинксов есть несколько вариаций. То есть сейчас мы посмотрели резинового товарища, а вот это у нас браш. То есть она немножко оделась, так как она девочка, она только скромница, прикрывается в юбочке, в штанишках на зиму. Да, они могут одеваться, они могут немножко, когда тепло, в теплое время года раздеваться. Ее зовут у нас Дана. Это Даночка. Даночка еще молодая, не привыкла выходить в свет. В отличие от коры, кошки породы мейн-кун. Владельцам на выставках предстоит тяжелый труд держать их на ринге. То есть нужно заниматься фитнесом, чтобы содержать таких животных. Кстати, мейн-куны крупные, мощные, эффектные, сегодня на пике популярности. Перед нами мальчик, еще раз говорю, возраст 5,5 месяцев. Прекрасно развит для своего возраста, потрясающий длины тела, отличная длина, очень длинный хвост. Для этой породы очень важно обладать длинным, хорошо опушенным хвостиком.
сравнить конкретный экземпляр с идеалом породы – главная задача специалистов. В этот раз на выставке работали омские и новокузнецкие эксперты международной категории. Красавчик. Очень перспективный малыш. И когда он подрастет, он может спокойно конкурировать со взрослыми представителями в нашей стране, в любом регионе, и будет очень почетным. И, так сказать, гостем любой из выставок и щекотать будет своим конкурентам не только так нервы, я бы сказала, но и психологическое состояние их заводчиков. Приятно, что таких в Хакасии немало. Каждый из них получил после окончания выставки определенное количество баллов и оценочный лист, подтверждающий соответствие стандарту. Однако не только за этим приходят на выставку заводчики и любители кошек. Здесь можно выбрать котенка от титулованных родителей, получить рекомендации от опытных владельцев и, главное, огромный заряд положительных эмоций просто от восхитительного вида братьев наших меньших. Кстати, мы продолжаем разыгрывать сертификат на поездку на базу отдыха «Жарки». От нас 5 вопросов, от вас 5 правильных ответов. И все, отдых в живописной долине Бабик вам обеспечен. Следующий вопрос прозвучит сразу после сюжета Ольги Баргаяковой. Доброе утро! Сегодня мы находимся в центре информатизации и новых технологий. И я испробую на себе игру в 3D-модели «Битва шамана». Поможет мне в этом Константин. Доброе утро! Доброе утро! Костя, с чего начать? Ну, во-первых, набираем снаряжение. Волос выберу. Ух ты! Уже вижу картинку. Так, Так, теперь набираем наушники. Имеет значение левой правой. О! Звук огня уже пошел. Это правая, да? Правая. Это правая. Сейчас надену. Ремешок надену. Так. Так, я должна вот так держать, да? Недуги человеческие настолько опасны, что даже произносить их название считалось рискованным. Этого духа страшные болезни ТИФ звали просто Аалжи, то есть гость. Пришел он из далекой страны, расположенной глубоко под землей. Убить его у шамана не получится, но извлечь из тела больного, победить в битве и низвергнуть в нижний мир он должен постараться. Манипуляторы позволяют управлять руками для выполнения определенных действий. Суть игры простая. Игрок в роли шамана должен вылечить больного. Голос в наушниках подсказывает, что делать. Подними с кровати чашу. Масло из чаши пролей на огонь. Это подарок духу огня. «Битва шамана» – одна из многочисленных составляющих большого республиканского проекта «Сакрос». В него же входит мобильное приложение, которое разрабатывают специалисты Центра информатизации и новых технологий Хакасии. С помощью него можно будет увидеть в 3D разрушенные памятники истории или, например, оживить личину. «Сакрос» – это уникальный проект по виртуализации историко-культурных памятников. В ход идут самые современные компьютерные разработки. Вот, например, технология распознавания рук без контроллеров. Салбекский курган, который можно собрать руками, восстановить камни и потом поднять курган в том виде, в котором он был до разрушения. В том числе ориентируемся при создании наших продуктов на людей с ограниченными возможностями, чтобы расширить их возможности до безграничных. Он мне показывает, что делать. Я должна повторять, да? Правильно? Нет. Куда он полетел? Можно делать. Все что угодно. Не берется. Раз, два, три. Ух ты! Я маг. И чародей. Созданию игры «Битва шамана» предшествовала большая работа. Консультации с краеведами и практикующими шаманами. Это не просто фэнтези-игра. Это иллюстрация невидимых обычному человеку событий потусторонних миров. Есть книга, которую написал Леонид Валентинович Еремин, и там, можно сказать, такая инструкция и сценарий. Он специально для этого проекта писал такое хакасское фэнтези. Называется «Тун. Рождение шамана». После удара в бубен шаман переносится в мир духов, где ему предстоит сразиться с врагом. Ударь в бубен, чтобы начать битву с духом болезни. Страшный. Злой дух болезни побежден. Человек здоров.
Здорово, правда. Такое ощущение, что там действительно находишься, хочется даже шагнуть иногда. Дух, конечно, не очень добро выглядит. Наши предки считали, что добро и зло – две стороны одного целого. Окончательной победы в этом противостоянии не суждено достичь никому. Но побеждая на стороне добра в отдельных сражениях, мы сохраняем самое ценное, чем смогли одарить людей боги – нашу жизнь. Спасибо, дорогой друг. До скорой встречи. Итак, как и обещали, наш вопрос. Как звали на хакасском языке духа болезни? Подсказка. Это слово переводится как «гость». Напоминаем, свои варианты ответов отправляйте в СМС на номер 4647. Вначале слитно «Утро РТС» и через пробел «Текст». Или по Viber и WhatsApp на наш номер, который сейчас на экране. Уже на следующей неделе мы назовем имя счастливчика, который поедет на одни сутки на базу отдыха «Жаркий» вдвоем. Да, а у нас уже есть первые претенденты на победу. Они внимательно следили за эфиром и ответили на вопрос, какие художественные произведения из Средневековья автор привел в качестве примера первого селфи. Правильный ответ – картины да Винчи и Рембрандта. В нашей республике проходит столько интересных мероприятий. Хакасия живет очень активной жизнью, я считаю. Главное – это не пропустить информацию, узнать, где и что происходит. И, конечно, чтобы та самая доступная среда в нашем регионе была действительно доступной. Время равных возможностей. Форум под таким названием пройдет с 30 ноября по 1 декабря в Абакане. Мероприятие уже третье по счету и одно из самых ожидаемых для родителей детей с особенными потребностями. Сегодня у нас в гостях организатор форума Елена Духмина, руководитель общественной организации «Доброе сердце Хакасии». Доброе утро. Доброе. Елена, спасибо огромное, что в эти дни нашли время прийти к нам в студию, рассказать о мероприятии. Колоссальная подготовка, конечно, и от вас требует колоссальных сил. Расскажите, что же это будет за праздник, я думаю? Ну, это более, это, ну, возможно, наверное, праздник, но это более такое мероприятие просветительское. То есть основная цель форума – это содействие в реализации прав детей с инвалидностью и детей с ограниченными возможностями здоровья на здравоохранение, на получение полного пакета услуг, реабилитационных мероприятий, занятий спортом, походам дополнительные, допустим, дополнительное образование, походам в кружки и так далее. То есть это для родителей, чтобы они понимали, что делать со своим ребенком, как его развивать, как, где лечить, как реабилитировать. Угу. То есть на что они имеют право? На то, что имеют право раз, и на то, что они могут сделать сами для своего ребенка. Угу. Это важно. А сколько ожидается участников? Ну, мы всегда ждем около 200. По предыдущим форумам было больше, было меньше. Ну, очень надеемся, что это мероприятие посетят достаточно большое количество. Учитывая, что у нас в республике более 2000 семей официально имеющих детей с инвалидностью, очень бы хотелось, чтобы хотя бы Абакан, Черногорск и близлежащие прям приехали, посмотрели. Программа очень хорошая в этом году, очень интересная. Особенность форума в этом году, у нас очень большая секция, рассказывающая, будут рассказывать сами родители про успешный опыт развития своих детей. Угу. То есть такой на самом деле интерактив и возможность поделиться, да, и своими какими-то переживаниями и успехами. Но я вот не зря сказала про праздник, потому что вообще, наверное, для таких семей выход, возможность, да, встретиться, пообщаться, и для детей прежде всего. Ведь наверняка будут какие-то площадки организованы, то есть детям будет интересно на этом форуме? Ну, мы вообще ждем родителей. Угу. Вот. Но если родители не имеют возможности оставить ребенка, или он не ходит в школу, то у нас будет игровая комната, которую обеспечивают две специализированные школы. Угу. Ну, сейчас так не говорят, конечно. Это будет 27-я школа и 17-я города Абакана, угу, которые будут в эти дни делать игровые именно площадки для детей, которые не смогут остаться дома. А, скажите, пожалуйста, мы знаем, что заявлена большая площадка по дополнительному образованию. А будет ли это представлено на форуме?
конечно, обязательно, значит, курирует эту площадку Республиканский центр дополнительного образования. Будет выставка, множество мастер-классов. Значит, вообще эта тема такая очень у нас забытая, и родители давно уже не верят, что есть кружки для, ну, для детей с инвалидностью. А они, поверьте, есть в республике. И вот практически все районы республики будут представлены у нас на форуме. Естественно, каждый родитель может быть попробовать, пообщаться, взять материалы, будет очень здорово. А вот помимо самих родителей, которые будут обмениваться опытом, будут ли какие-то эксперты? Естественно, само собой. Мало того, что у нас очень большая секция будет для специалистов, работающих с детьми, с нашими детьми. То есть они как раз успеют тоже обучиться. Вот. Экспертов будет достаточно большое количество. Это будут и из Министерства образования, и из Министерства социальной защиты Республики Хакасия. Вот еще хочу что сказать особенностью этого форума. У нас успешно развивается российское движение школьников в республике и в стране. И большая площадка будет посвящена именно этому движению. Российское движение школьников способствует личностному развитию, в первую очередь, любого ребенка. И дети, особенно дети, это не исключение. И поэтому мы в этом году на форум прям специально внесли эту большую секцию для того, чтобы родителям рассказать и показать, как, участвуя в этом движении, они могут именно личностно развивать детей. А личностное развитие ребенка-инвалида – это его реабилитация и социализация. Елена, ну и у вас сейчас есть возможность пригласить всех жителей республики на ваше мероприятие, которое станет, я не сомневаюсь, знаковым для многих семей. Дорогие родители, не только детей-инвалидов, но и детей с ограниченными возможностями здоровья, мы вас очень ждем на нашем форуме. Очень надеемся, что вы узнаете много нового, получите дополнительную информацию. А если кто уже все знает, то, возможно, вы найдете подруг, знакомых, начнете дружить, общаться, и небо будет голубее, солнце ярче, и жизнь изменится в лучшую сторону. Елена, спасибо огромное за ваш позитивный настрой, что вы это утро встретили вместе с нами. Спасибо большое. Нам остается лишь пожелать сохранять позитивный настрой в любой жизненной ситуации. Будьте уверены в своих силах, и тогда все обязательно получится. И, конечно, встречать каждое утро вместе с нами. Утро Хакасии на РТС. Фото! Охота! Праздничные! Новогодние! Новый фестиваль семейных фотозон. 1, 2, 3 декабря. ГЦК «Победа» без возрастных ограничений. Хакасир, ходиды селичер, а ему хсунь штабче и праздя пыркусту. Минджоге тангёль, роше видеам. Республика Хакасия, ин дьём ватаниман. Ватани фарзандонам, ватани набирахоям. Биз бирмиз, биз куштумиз, биз биргемиз. Краю чистий, кохаму я з цілого серця. В єдинстві наша сила.